Бандеры. Вояжфест в эти выходные сделал последнюю остановку на спортплощадке микрорайона «Солнечный». Здесь устроили гала-концерт, игры, мастер-классы и танцевальный марафон. Честно скажу, вот если в таком ритме танцевать, лето проходит просто незаметно, да. И настолько быстро, что мы даже не ощущаем. Для нас это праздник на самом деле очень большой. Да, мы конечно. Обожаем. Это же наше призвание. Сегодня в финале все, кто накопил золотые жетоны, прошли перепись, и «Фортуна» выбрала счастливчиков. Номера тянули из волшебного цилиндра, разыгрывали 11 призов. Эвелина Пшенишнюк получила приз в свой день рождения. Я буду рада, если там будут реально наушники. Правда? Ты можешь открыть или нет? Не, я потом открою, когда приду домой. Кирилл и Катя собрали за лето сразу десяток жетонов. Выиграли колонку, пауэрбанк, термос и проводные наушники. Так получилось, что мы были практически на всех мероприятиях. После того, как ребенок на первом мероприятии получил золотой жетон и спросил, для чего, сказали, что можно выиграть приз. Он нас попросил, можно ли мы будем ездить на все праздники, все мероприятия. Мы согласились, почему бы нет, и прекрасно провели это лето. Главный приз достался 10-летней Яне Заболенной. Ее 36 жетонов поменяли на беспроводные наушники. Больше всего бонусов она заработала на шашечных турнирах. За нее болел тренер. Спорт – это классно, это соревновательный эффект, это фундамент характера и умение ставить цели и получать соответствующие награды. Буду слушать песни, музыку буду слушать. Позади почти полтора десятка детских фестивалей. Организаторы обещают, Вояжфест вернется через год.